все видно. Видно? Салфетку печатать. Надо спросить у нее. Женщина, вы в порядке? Дышит, да? Свет включить, кстати. Свет включить. Включи свет. А почему вы здесь лежите? Почему вы лежите здесь? Почему вас не запустили? Почему вас не приняли? Дайте вы здесь, пожалуйста. Посмотри, у меня губы прям белые. О, охранничек идет. Здравствуйте. Нет, я не буду убирать телефон, я имею право снимать все, что белая, здесь происходит. Вся, что здесь происходит? Почему человека не принимают в отделение? Дайте воды, пожалуйста. Вы можете позвать телефон. Кого-нибудь? А? Не будешь убирать телефон? Я говорю, вы можете позвать кого-нибудь из персонала, из врачей? Не будешь убирать телефон? Нет. Вот дайте. Пригласите кого-нибудь, пожалуйста. Дайте, пожалуйста, водички. Снимешь видеонаблюдение? В здании ведется видеонаблюдение. У меня ногу зашили и выкинули. И выкинули, да? Да. Понятно все. Дайте воды. А все все ходят? Все. Посмотри, у нее еще все в крови, все это. Слушай, надо за водичкой сходить. Где взять? Давай, сейчас принесем воды. Не вот ногу зашили. А вы откуда поступили вообще? Меня дома порезали. Вас дома порезали? Да. А где вы живете? В улице Хвостиковарском. Понятно. А как вас зовут? Как зовут вас? Инна. Ирина. Ирина. А вы Инна. Какого? А, Инна. Какого года рождения? 68-го. 68-го. У меня мама 69-го. Дайте, знаешь? Пожалуйста. Сейчас принесем. Сейчас принесем водички. Сейчас пошел человек. Вот охранчик ходит. Вы видели все. Сейчас принесем воды. Здравствуйте. Бери телефон. Я не могу брать телефон, и я все фиксирую, все, что здесь происходит. В курсе, что ты сейчас уедешь за за что еще раз? Написано, что здесь запрещена видеосъемка. У вас должно быть висеть предупредительный знак, если у вас частное какое-то заведение. У вас общественная больница. Здравствуйте. Меня просто, не, меня просто меня мучает вопрос, почему... Меня мучает вопрос, почему человека не приняли. Кто не принял? Почему не приняли, не разместили в стационар? Осмотрели, все посмотрели, то есть вот так вот просто выкинули, ну это нормально, да? Она сама уползла. А, сама уползла. А вы вообще знаете, что здесь произошло? Вы что, так выводы свои делаете, а? Я выводы делаю потому, что я вижу. Сначала разберитесь, а потом я ведь не из прокуратуры там откуда-то, да? Вот кто-то будет разбираться другой, не я. Кого не можем дать? Воды, она лежит, у нее губы аж белые, посмотрите на ее лицо. Да ее губы белые, синие. Ее такую привезли. Не пить ей, лично сам ей давал воду. Она уже, мы уже ей бутылку воды дали, она уже выпила ее. Она выпила до этого 4 бутылки водки. Девушка. Ну, это понятно, но все равно можно же человека разместить как-то в коридоре, да, я не знаю, еще где-то. Что, неужели? Лежала на стуле. Лежала на стуле. То есть у нас в больницах на стульях размещают людей, правильно? У нас есть, если так надо, видеокамера, можно все запись посмотреть, как она сюда поступила, как она себя здесь вела. Я тоже сюда поступал. Ей сделали. Мужики. Да я тоже сам тут пролежал 15 дней. Конечно. В реанимации, да, 3,5 да. месяца вот в отделении. Да. Ну к вам по-человечески относились, все нормально было. Ну, камеру бывало все. Вот, порезал. Покажи, что ты выключил камеру. Почему? Почему я должен камеру выключить? А какой ты вообще имеешь право снимать? Я имею право снимать где угодно. А какое ты право имеешь? Потому что это мой частный девайс, да, гаджет. Я имею право снимать все, что угодно. Началось здесь ездить, все, зашили. Вот один. Расплатили зря. Что зря? Ну потому что ее Польша, она, извиняюсь за выражение, с***ца.
Так она встать не может посреди на ноге, конечно, если больно, она еще и выпившая, пьяная. Вы же ее не можете в стационар положить. Что? Что с кем сделать? В чем? Что в чем? Что? С ногой. Положите, пусть она хотя бы здесь. Что нормально? С ногой не ложится. Что нормально? Она ходить не может, вы ногой нормально. Что она может? Она может встать? Она лежала на ноге. Стояла только что минут 5. Я не видел, чтобы она 5 минут назад стояла. Мы здесь находимся больше полчаса. Я же что-то видел, пока вы стояли на камере, все видать, которого он висит. Стоял и ходил. Ладно, ладно, дело не в этом, дело в отношении на самом деле человеческом просто. Вот. Какая бы она ни была, там пьяная, буянит, не буянит, это человек, это пациент, это потерпевший. К врачам? Врачи не выходят, нас не пускают туда, собственно, охрана. Я так понимаю, да? Вас никто не...